улица Мунчерская, дорогие друзья. Она в хорошем состоянии. Мы вот плывем, дрейфуем по этой дороге хорошей. Я здесь не был очень много лет, на Мунчерской. Мне очень нравится ОЖД. И не доезжая станции Реваки, я там раньше сушил древесину, я занимался деревом, к вашему сведению. Ну вот это, дружеский шарш от моего напарника. Я уже с этих пор буду называть Вову напарником. От слова «напарить»? От слова «напарить». Да. Там немножко дальше будет улица Лесная, да? Вот эта улица Бачейская, Лесную мы уже давно проехали. Ага. Вот улица Бачейская. Бачейская, я здесь помню, наверх был магазин с барчиком, кажется, если я не ошибаюсь. Мы там пережидали некоторые моменты, там загрузки, сушки, не помню что. Вот эта улица Мунчерская, дорогие друзья, любимая моя улица. Мне нравится, что здесь всякие базы, склады, кафешки. Вот такая вот остановка, посмотрите, какая милая остановка в советском стиле. Вот еще одна замечательная. Улица Мунчерская. Да, Вова уже знает мое любимое слово. Наслаждайтесь, дорогие друзья, улицей Мунчерской. С левой стороны железнодорожные пути. Бычок, кажется, да, там. Да. Вот какой ларек такая. Это остановка, да. Остановка как называется? Аэропорт. Аэропорт, да, наверх аэропорт. Да, вот она, улица Мунчерская во всей своей красе, дорогие друзья. Сейчас, дорогие друзья, реально увидите кишиневский троллейбус без шпал. Видите, он остановился на остановке, 31 номер. Вот. Он едет куда? В Бачой, да? Без проводов, а не без шпал, я шучу. Без шпал, эй, без шпал. Ну, главное, что люди без поняли. Танк. Без танк. Вот здесь закончился Кишинев, как бы стоит знак Кишинев. Синджера. Наслаждайтесь. Да. С правой стороны у нас аэропорт.